Валерий Жереги и творческая команда фильма «Аривидерчи» вернулись из турне по странам Европы, во время которого представили картину жителям различных стран, а также европейскому парламентарию. 10 февраля в конференц-зале новостного агентства «Новости Молдовы» прошла пресс-конференция, на которой творческая команда пообщалась с прессой. Нам вот в акционе культурала, сначала культурала, кривая середина Европа, и астазь, нам это заказ. Suntem în fața dumneavoastră pentru primul contact în această temă. Темы на пресс-конференции поднимались разные. Валерий Жереги рассказал о том, что 19 октября, в последний день монтажа фильма, режиссер отпраздновал свое 60-летие. Анонсат екипи вели скумпик. Это самый большой банкаду. Который факт сигур. Подарок получился действительно удачным и, судя по отношению режиссера к своему творению, очень важным. Валерий разделил картину на два параграфа значимости. Этот фильм «Аривидерчи» это, де-факто, одесена двух параграфий. Унул артистик, профессионист, фильм есть один доминил мил, и второй параграф есть проблема социальная. Именно о социальной значимости фильма и пошла речь далее. Напомним, что в основе сюжета картины история двух детей, которых родители оставили в Молдове, а сами уехали на заработки в Италию. Таким образом, «Аривидерчи» поднимает проблему детей, оставленных без родительского надзора. Молдова прима, а инициат приметоди артистичи. А инициата часто проблема, абандонул социал, алкопил ножки. Поможет ли «Аривидерчи» вернуть на родину уехавших на заработки родителей, покажет время и статистика. Судя по словам Валерия Жереги, как минимум одна молдавская мигрантка все же вернется в Молдову. Есть у нас и интеллектуал, и борбатеск, как часто цары, прима, инициат, а часто тема дуэроса, кай астез инк есть драма, мы не по этой трагедии. Ла уна дин антрунире, в Альтатунде, у фемеи, в Рясаспун, прин лакрим, дупа фильм, Спус, профессори, да? Спус, и что я сейчас как ума? Я при делах, сейчас как ума? Я вам купил кассу, я вам только кассу. Посмотреть фильм «Аривидерчи» в Кишиневе можно будет в кинотеатре «Одеон» с 12 по 15 февраля.